В этом году подразделение по делам несовершеннолетних отмечает круглую дату – 85 лет со дня образования. Сегодня в комитете трудятся 12 инспекторов. Коллектив в основном женский, за исключением Николая Николаевича. Единственный и любимый мужчина – так говорят про него женщины-коллеги. В подразделении Николай Николаевич трудится уже 14 лет. Ну, в мои должностные обязанности входит профилактическая работа с подростками, состоящими на профилактическом учете, также пресечение правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних с неблагополучными семьями. Работая в женском коллективе, иногда приходится при осуществлении профилактической работы, при выполнении каких-либо служебных задач сотрудницам подразделения выезжать на какие-либо правонарушения, место происшествия, ну и приходится иногда во избежание каких-либо случаев, так как выезжают на разные происшествия, выезжать вместе с сотрудницами своего подразделения. По словам коллег, Николай Николаевич к работе подходит серьезно, знает всех своих подучетных и помогает в решении их проблем. Каждому, вне зависимости от возраста, может найти подход. Да и дети относятся к нему с доверием. В настоящее время, значит, за мной закреплены участки Кировский, Кирпичный. То есть на данных административных участках я осуществляю профилактическую работу. Здрасте. Можно к вам? Заходите. Где у нас матушка? Как она еще не приехала? Командировки все еще? Угу. Как детишки? Завтра сказала. Завтра приеду. Завтра сказали, вечером приедут. А дети? Недавно звонили. Данька вон на улице, мелочи вам спят. Женщины-коллеги признаются, он как мужчина всегда поможет и на проблемный участок съездит, и если потребуется физическую помощь, окажет. Единственный мужчина в коллективе относится к сотрудницам с пониманием. Помимо помощи в работе, Николай Николаевич проявляет уважение к женщинам-коллегам. И в Международный женский день 8 марта уже традиционно берет всю работу на себя. А вот в День защитника Отечества у Николая Николаевича положенный отдых. Николай Николаевич – это у нас единственный мужчина в нашем женском коллективе, который разбавляет. Он очень ответственный человек, очень трудоспособный, добрый, отзывчивый, никогда не оставит в беде, всегда поможет, всегда придет на выручку, никогда не подведет. То есть человек, на которого можно полностью положиться, и которому можно доверить. Помимо того, что он замечательный коллега, он еще прекрасный отец. С Николаем Николаевичем мы работаем больше 12 лет. Я была у него наставником в свое время, когда он только пришел. Коллеги отмечают отдельно и исполнительность Николая Николаевича. Все материалы поручения выполняют срок, иногда и с опережением. Бывает, что неизвестно, что ждать от заявителя или в данной квартире вообще, какая там обстановка внутри, то всегда Николай Николаевич подключается к этому вопросу. То есть в любом случае, когда его просят, он все непосредственно, все свое откладывает и едет с девушками, чтобы их поддержать. Руководство ОМО в связи с этим решило, что Зуева Николая Николаевича в связи с празднованием 85-й годовщины со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, поощрить его благодарностью правами ГУ. И в связи с чем мы направили ходатайство, которое утвердили. То есть и сейчас, в момент празднования, ему это будет объявлено. Мы от всей души поздравляем сотрудников с 85-летием подразделения по делам несовершеннолетних и присоединяемся ко всем поздравлениям. В связи с празднованием 85-й годовщины подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в системе органов внутренних дел, хочу поздравить инспекторов ПДН с этим знаменательным событием. Хочу пожелать терпения, взаимопонимания внутри семьи, здоровья. Уважаемые коллеги, с праздником вас! Еще одним сюрпризом по случаю круглой даты для нас стал звонок в нашу редакцию предыдущего начальника отдела по делам несовершеннолетних Таисии Яковлевны Мушек. Она не упустила возможности поздравить коллег с профессиональным праздником. Дорогие инспекторы по делам несовершеннолетних города Кунгуры, я поздравляю вас с этим юбилеем. Желаю вам профессионализма,
любви к детям, чувство ответственности, семейное благополучие. Особое слово мне хочется сказать о ветеранах инспекции по делам несовершеннолетних. Некоторые из них еще продолжают трудиться в других сферах. Я счастлива тем, что мне пришлось работать в этом коллективе. Я желаю ветеранам прежде всего здоровья, благополучия, семейного благополучия. С праздником, дорогие инспекторы!